лежал в больнице, и в больнице очень добрые бабушки. Они настолько добрые, что они делятся друг с другом молитвами. Вот знаете, этот процесс происходит как деление друг с другом рецептами. Прям вот точь-точь. То есть одна бабушка, она нашептывает молитву, другая очень сосредоточенно записывает. И потом происходит что-то типа «Аминь» в конце писать, а вторая отвечает типа «Ну, это по вкусу». Кстати, одна из бабушек попросила у меня ручку, чтобы записать молитву, а до этого я записывала этой ручкой лекции по физике. И вот мне кажется, что эта молитва не сработала. Недавно разговаривал со знакомым, и я ему говорю, что я интересуюсь футболом. И он говорит, ну, ты не похожа на человека, который интересуется футболом. И вот он записан, ой, он подписан в ВКонтакте на паблик «Я миллионер». И вот мы стояли в Макдаке. Я вот думаю, парень, ты, мне кажется, ты себя маленько переоцениваешь. И вот, кстати, он говорит, типа, женщины не могут интересоваться футболом, они не могут его смотреть, понимать. Вот мне кажется, единственная объективная причина, почему женщины не могли бы понимать футбол, это если бы футбол смотрели членом, да? Но, насколько мне известно, так не делают. Мне кажется, вот только некоторые футбольные фанаты членом думают. Все, наверное, знают таких рэперов, которые читают рэп про то, что как они поднимались снизов, но они еще не поднялись. Да? Вот у меня есть такой знакомый рэпер, чтобы вы понимали, насколько он еще на дне. Он недавно выложил песню ВКонтакте, и единственный комментарий под ней это «А что бы литре задавали?» Я не очень принципиальный человек, меня нелегко удивить, но вот летом это произошло. Я стояла, ждала автобус на остановке, и рядом со мной стоял мужчина. Он пил пиво из пластмассового стакана. И пошел проливной дождь, но он продолжает пить пиво из пластмассового стакана. Потом, и вот я смотрела на него и ждала того момента, когда пиво закончится, и вот он упадет на асфальт и просто начнет хлебать из лужи. Я хочу уехать из этой страны, но вот я недавно разговаривала со своей знакомой патриоткой, и она говорит, Господи, как ты можешь? Россия ведь так много тебе дала. Ну, как бы, бесплатная георгиевская ленточка раз в год, это как бы не